Не увидел красный сигнал светофора, водитель за рулем внедорожника влетел в трамвай. Пострадало 3 пассажира вагона. Их порезало осколками разбитого стекла. Ранены оказались 2 женщины и 1 мужчина. У одного из пассажиров все руки оказались в крови. Он живой, самое главное, остальное фигня. Да, живой. Смотрите, что делает. Сидит, звонит, все. Но у нас-то кто-то с кровью. Да, это он летит. У пострадавших сообщили в Горздраве сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в ГКБ номер 1. Авария случилась на улице машиностроителей. В ДТП попал трамвай 22-го маршрута. Очевидцы сообщают, что водитель за рулем автомобиля Mitsubishi не увидел красный сигнал светофора. Он живой, самое главное. Куда Мужчина из автомобиля так и не вышел, к нему кинулись очевидцы, но, кажется, больше всего его волновал автомобиль, который оказался серьезно поврежден. Машина дымится, выходите. Ну. Что, все починится, ничего это. Все нормально. На данный момент проводится административное расследование, полицейские выясняют причину ДТП.